Итак, привет всем, с вами снова Moristic Fragrance Game, и сегодня мы проходим игру под названием Гретель и Гензель. Ну, это игра по мотивам всемирно известной сказки Гензель и Гретель, но здесь наш главный героиней будет именно Гретель. Игра браузерная, онлайн, совершенно бесплатная, я оставлю ссылку в описании, чтобы вы сами все могли на нее посмотреть. Давайте начнем. Курсор я включила, чтобы вы могли видеть, что я буду делать. Part 1. Стоун. Часть первая, камни. Так, небольшой такой домишко, растущий из пня. Первая жена стоит. Она что-то ругается. Наши детишки спят. У Гензеля почему-то подбит глаз. Что происходит? Так, нажимаем на нее. Так, давайте пойдем. Надо последить за родителями. Давайте понаблюдаем, что же они будут делать. Что же у них будет такое? А, ничего не будет, она рассержена. Что? Муж не понимает, что происходит. Семья. Мы все умрем, говорит она. Чего это ты взяла? Картошка. Нет картошки. И все умрут. О, у них бурчит в животе. О, идея. Какая? А, она курит, смотрите. Так, ведем детей в лес и пинаем их туда. И картошки хватит на нас двоих. И мы не умрем. Соответственно. Нет, ну муж похож на картошку. Что тебе не нравится? Мы поведем детей в лес, и они там поиграются со зверюшками. И все. Убить! Поиграть! Убить! Поиграть! Убить! Поиграть! Убить! 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 В общем, в итоге они решили убить их. И у мужа не осталось никаких вариантов, кроме как согласиться со своей стервой женой. Кошмар какой. Так, нам нужно пойти и взять вот эту вот рогаточку. Так. Но я вас предупреждаю, игра жанра хоррора, хоть она и выглядит... А, вот она. Хоть она и выглядит очень милой детской игрушечкой, но на самом деле это хоррор. Опа. О, что это такое? Часы. Давайте посмотрим, что за часы. Ага. Эй, братишка, ты собираешься просыпаться? Ему пофиг, ну-ка. Ну-ка, давай еще раз. Давай еще раз. Не, ему, походу, совершенно не хочется с нами сегодня общаться. Тогда, даже не знаю, давайте стекло, что ли, разобьем. О! О, можно разбить стекло. О, муха, муха, муха. Вы что, я так никогда не попаду в нее? Ну-ка, 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 ну-ка. Опачки, пошла вон. Возвращается, возвращается, ну-ка. Оп. Опа. Завтрак в постель, Гензель. А, да, Гензель. Ему понравилось. Доброе утро, братик. Так, ведем его в курс дела. Стерва, мачеха, очень злится. Говорит, что мы все умрем, картошки не хватит. Говорит, что надо нас отвезти в лес и пнуть. Пнуть прям. Все понятно теперь, почему именно Гретель главная героиня. Нужны камни. Камни мы отметим... наш поход и вернемся домой к папе. А, да, я тебя слушаю. Нет, спасибо. Не, фуш. Ты отрыгнул мне подарок? Какая гадость. Больше так никогда не делай, понял? Оу, 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 можно его побить? Оу, оу, прости. Ой, прости, пожалуйста. В игре существует очень много концовок, и надо посмотреть их всех, так что не думайте, что я какая-то садистка. Просто надо посмотреть их всех. По-видимому, можно побить его... Давай. Давай еще раз. Оу! Он умер. Оу! Это было плохо. Что ж. Давайте теперь подвинем эту лошадку.
Нажимаем. Давай, помогай мне. Извини, что я тебя только что убила, ладно? Не думай обо мне плохо. Просто надо было посмотреть все варианты. Что, можно туда лезть? Отлично. Да ладно, тебя больше не буду убивать. Хватит, успокойся. Оу. Теперь нам нужно... Ага, я вижу камешек. О, первый есть. Так, теперь птичка. А, у нее там есть, отлично. Здесь нужно нажать на кнопочку. Ага, все. Нужен вентиль. Так. Нет, я вижу камешек, спускаемся к нему. Так. А в этой стороне что? Ромашка растет. Это что такое? Это желудь. Желуди. Еще один камешек. Желудь нужен для кого? Для птицы? Птицы едят желуди? Вроде бы нет. О, а, вот оно что. Блин, она украла наш камень. Вот маленький грызун вредный. Так, зайчик! А, боже мой! Ой, о, 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 о! Все, 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 хватит, 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 хватит. А можно... О, можно, это не я. Так, запнем ничего нет, точно? Запнем ничего нет. Опачки. Ты что только что сделала? Она бросила камень? Ты же зачем это сделала? Ты понимаешь, что этот камень был мне очень нужен? Вау. Оу. Что, что это? А, надо сделать всех их белыми. Боже, у меня же времени не хватит никогда. И тем более еще тут так плохо реагирует на мои касания. А, ну, как-нибудь вот так вот. Ну, блин, так никогда не успею. Давайте, 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 быстрее, 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 быстро, быстро. Вот я нажимаю, но в игре реакция происходит чуть позже. Давай, 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 Гретель, мы должны справиться. Наш там ждет наш Гензель. Все время хочу сказать Ганс. Почему? Давай. Опачки, осталось еще чуть-чуть, блин. Так, давайте сбросим напряжение, сбрасываем его. Давай, давай. Вот здесь один цветочек, здесь один цветочек, здесь три цветочка. Есть, все, здесь есть все-таки какая-то стратегия. Что теперь здесь нужно? А, может быть, ведро? Точно, ведро. Надеюсь, там ничего, никакого подвоха не будет, просто камень. Камень, точно. А, что вот это такое? Это глаз. Понятно. Это то, что нам подарил нам братишка, свою игрушку. Не знаю, каким образом она у него оказалась в желудке, но в любом случае нам нужно... О, вентиль! Отлично. Матерь божья, что это? Давайте посмотрим, что произойдет, если я подойду и... Оу. Я не знала этого. Но, в принципе, это было... О, все это понятно. Это было предсказуемо. Да. Я вижу, вижу тебя, вижу. А, я вижу камень. А... О, еще один желудь. И что мне надо теперь делать? Нужно вот эту штуку. Ну-ка. Нет. Нужно, чтобы он склеился. А для этого нужен мед. А для этого нужен мед, как раз таки, который нам дадут пчелки. А пчелок надо как-то побить. Ну-ка, давайте-ка. Кстати, давайте сначала вентиль вставим, потому что нам нужно поймать эту маленькую белочку. Ну-ка. Так, теперь нам нужно найти еще один желудь. Нет, это не работает. Давайте сходим обратно. Чё нам не помогает наш братишка? Братишка, ты помог... А, ты рисуешь? Что ты делаешь? Прости, что я в прошлый раз тебя убила. Не специально, надо было показать ребятушкам, что тут происходит вообще. Игра-то хоррор, ну ты понимаешь. А, ну какой хоррор без убийства брата? Братоубийство — это вообще самая страшная вещь в мире. Понимаешь меня, да? Ты вообще не понимаешь меня, да?
Ты просто отрыгиваешь иногда вещички. Что это? Это стрелка? А! Можно их как-то соединить? Что это? О, подождите, подождите, я слышала звук. Ну-ка еще раз. Вот здесь вот, ага. Нужно еще стрелочку найти. Кто-нибудь, когда увидите стрелочку, кричите «стрелочка». Я вас не услышу, но все равно будет интересно. Ты хочешь, чтобы я сожгла его рисунки? Вот что я думаю о твоем творчестве. Прости меня. Так, теперь надо это поджечь. А, вот сияет. Ага, искра дала, все. Прости, Гензель, я такая плохая сестра, но это нужно. Теперь птичка улетит. Отлично, я поняла. Теперь птица улетит, и мы получаем ее камешку. Птица. Нет, нет, нет. А, все, она оставляет. Все хорошо. О, смотрите. Смотрите, вы видите? Вы видели, сюда прилетела камушка. Надо взять ее срочно, потому что это сейчас эта белка опять-таки утащит. Нам осталось еще 4. Вот одна. Нет! Блин, ну ты противный зверек, а? Белка. Белка, я доберусь до тебя. Давайте-ка подумаем, что сделать с этим. Нужно что-нибудь, что сможет побить эту... Это стрелочка? Нет. А, ну что-то, что может помочь нам в... О! В битье улья. Это же как пинята, точно. О, отлично. Что? Палка. Ага, теперь мы можем этой палкой поддеть улей и получить их мед. Правда, скорее всего, меня сейчас пчелы сожрут, ну да ладно. Нет, слишком далеко. Ну-ка. Ага. Оу. Давайте-ка посмотрим. Ну что теперь? А, вот еще одна концовка. Кому-то нравится, кому-то. Оу! Фу, какая... Что ж, это надо было просто увидеть, потому что это игра на разные концовки. Надо было увидеть их все. Что мне теперь делать? Ретри, ты мне подскажешь? А, нужно грибочек? Вот грибочек. Они боятся грибочков? Что? Очень женственно. Так, берем вот эту штуку и макаем. Теперь у нас есть еще более омерзительная штука. Пойдемте к пауку. Паук 100 пудов оценит наше старание. До концов. Это же очень круто. Что это? А, это корочка от нашего улья. Дети, не экспериментируйте с такими вещами. Это очень опасно. Это все-таки вам не игра, это жизнь. И если вы видите гигантского паука, лучше бегите от него подальше, а не кидайте ему отрыгнутую игрушку вашего брата. Так, теперь мы можем взять. Отлично. Теперь нам нужно найти последний желудь и добыть, наконец-таки, это 9-й камешек. Где-то еще 10-й есть. Это я могла потерять 10-й камень. Наверное, у зайца. Заяц, чтобы то, что-то скрывает. Он хитрый пацан. Привет, заяц, как дела? О, да, еще тебя поцелую. Все, хватит. Горячей нежности. Ну, вообще, я очень люблю кроликов. Морских свинок, кроликов, кошек. В общем, все, что пушистое, мне очень нравится. Здесь нету больше ничего. Я не знаю, что от меня хочет играть, но здесь больше ничего нету. Игра, что ты хочешь от меня? Может, и здесь спрятался желудь? А, как странно. Какой-то странный переход у нас. Ага. Нигде нету больше желудя. Вот, опять-таки, сейчас белка прибежит. Ага. Это было предсказуемо, господин Белк. Так что, ничем уже нас не удивишь. Мы уже все видели. В этой игре мы успели повидать практически все. Может, вот этим пенечком? Нет. Чего нет? Нам нужно третью орешку. А еще лучше было бы добавить еще вот эту штуку. Что? Что щелкнуло? Почему она щелкнула? Что-то открылось?
Ладно. Игра пока не хочет мне этого рассказывать. Может, за деревьями? Оттай, пробраться нельзя. Ладно, теперь пойдем. О, вот он! Все, все, все. Теперь сейчас 10-й орешек находим, и все. Блин, я же там пробегала 100 раз. Так, давайте-ка ложим приманку. Сейчас мы будем учиться ловить белок на наживку. Берем приманку. Теперь отходим подальше. Белка. Видите белку? Она хочет. Ага, и закрываем. Опачки. Все. Прости, белочка. Давайте ее отвинтим. А, что такое? Время. А, стерва говорит, что мы сейчас пойдем с вами в лес и там просто погуляем. И убивать мы вас не собираемся. А зачем нам это надо? А, это надо, надо. Я сказала, будем делать так. Быстро собрали свои. Собрала своего брата и пошла. Так, ему вообще все пофиг. Так, надо. Ага. Надо стрелять и бросать камни. Ага. И прыгать на спейс. Хорошо. А... Бросаем камешку. Нет, смотрите, она как наездница едет на нашем папке. Почему? Папа, зачем ты такой подкаблучник? Прыгать надо. Ай, я слишком рано прыгнула. Простите. Ай-яй, белка, нет, белка. Белка хочет мне мстить. Нет, мистер кролик. А, о боже. Главное не забывать. Да я нажимаю, почему она не прыгает? Ой. Ой, простите. О боже, с самого начала. Простите, там есть этот... сохраняшка по центру дороги. Простите, я не хотела. Так, еще раз. Кролик, кролик. Так, прыгаем. Да я прыгнула. Я вам говорю, я прыгнула я. Так, белка, нет. Мерзкая белка. Нет, хватит. Это не... Простите. Ладно. Ладно. Сейчас будет все серьезно. Сейчас будет все серьезно. Я буду стараться не убить Гретель. Нет, Гретель. Так, все. Все, мы почти все пробежали. Еще камешка. Угу. Прыгаю. Я нажала на прыжок. Я не знаю, почему она не прыгает, когда я нажимаю. Ай, хватит, 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 хватит. Да блин! Это очень сложно. Это очень сложно. Ребята, попробуйте сами. Это очень сложно. Что, здесь можно скипнуть? Нет, они будут скипывать. Это очень-очень сложно. Ай, 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 ай. Прыгай. Да вот он говорит мне, прыгай. Прыгаю, он не прыгает. Она не прыгает, точнее, нет. Все. Все, 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 белки хотят меня подставить. Белки хотят меня подставить. Блин, да вы что? Что вы такое? Почему вы убиваете мою Гретель постоянно? Нет, я не буду скипывать, это очень важный процесс игры. Буду играть спереди. Бежать спереди. Можешь нажать, когда этот, когда он говорит. Я нажимаю, когда она прыгает, но ничего не происходит. Давайте бежать здесь тогда. Эти белки не хотят со мной вообще никак общаться. Пусть передо мной бежит Гензель и... О, 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 вы видели прогресс. Это называется прогресс. Я смогла прыгнуть. В принципе, вовремя. О, все, сохраняшка была. Смотрите, видите, флажочек. Что? Что ты делаешь? Хватит! Отпусти моего брата, ты мерзкая ворона. Только я имею право убивать моего брата. Что ты делаешь? Давайте посмотрим просто, что будет, если она утащит его. Давайте посмотрим. Но все-таки эта игра на просмотр. Ой. Главное сейчас от Гретель. Так, ну-ка. О, боже. Игра не щадит. Так, давайте посмотрим теперь. Не будем позволять этой мерзкой вороне убивать нашего брата. Только я имею право убивать своего брата. Это только мое личное правило. Это мой личный брат, ворона. Не смей. Сейчас, сейчас, не бойся. Гензель, не бойся, я спасу тебя. Блин, мне бы себя спасти сначала. Так, это очень сложно, это очень сложно. Это надо уследить, это надо, чтобы еще и мышка реагировала вовремя. Уйди. Уйди. О, о, о. Блин. Нет, 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 только не, только не, только не мачеха. Ес, 10 из 10. Все, справились. Отлично. Так, что происходит? Детей оставили в лесу. Мерзкая ворона, я тебя запомнила.
Все, уехали, бросили детишек. А, это конец? Есть еще также вторая и, по-моему, третья часть. Мы их посмотрим, если вам понравится первая. Довольно-таки агрессивная игра, но посмотреть есть на что. Вообще, знаете, сказки же действительно писались таким образом, немножко жестоким. Конец. А, нет, конец? С вопросительным знаком, с интонацией. Что это? Ворона. Это ведьма или наша мачеха? Это отсылка к следующей части, по-видимому, злая ведьма, или фу, какая она мерзкая, она вся. To be continued, продолжение следует. Игра очень интересная, сколько мы открыли смертей. Так, давайте посмотрим. Здесь спайдер, да, нас убил паук, нас убили пчелы. Ханты, мы убили Гензеля. Мы опять-таки убили Гензеля, мы убили Гретель, а остальные что? Карт фазы. Можно было убить отца? Экс-топор. Ворон. А как можно было умереть от этих? Как можно было умереть от кролика? Я не понимаю. Ну, в общем, если вам захочется, я могу перепройти эту игру, посмотрим еще так же. Или лучше сами поиграть в эту игру, попробуйте умереть от кролика. Это очень интересно. Потом напишите в комментариях, как вы это сделали, до чего вы довели кролика, что он вас убил. Наверное, надо было его целовать очень долго и продолжительно, чтобы он вас убил. Так или иначе, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Также предлагайте свои любимые игры. Удачи вам всем, пока!